А пока внеплановые каникулы начались в 6 школах и одном детском саду Самарской области. Карантин в связи с ростом заболеваемости ввели в 12 классах и 2 дошкольных группах. Тем не менее, по данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидпорог не превышен. За неделю зарегистрировано чуть больше 11 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Половина приходится на Самару. В среднем отмечен рост в сравнении с результатами мониторинга за предыдущую семидневку по области на 11,47%, по Самаре на 6,32%.